я приглашаю с огромным удовольствием на сцену Димаша Кудайбергенова. Глаза твои, как в зеркало смотрюсь, отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь костем был в сумраке ночей и судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз, словно солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел, для тебя нашел. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальных перезвон, твое волшебное люблю я тихим эхом повторю. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Прощаю одиночество и грусть. Ты сказала в них, я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне. Но любовь у нас наяву сейчас. Мне в глазах твоих себя не потерять, до разлуки нам любовь не разменять. И немыслимой ценой и своей мечтой заслужил я это счастье быть с тобой. Мы всегда с тобой. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальных перезвон, твое волшебное люблю я тихим эхом повторю. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится.
Огромное спасибо. Посмотри мне в глаза, ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя. Жизнь моя без тепла, я тобой болею. Удержать не смогли, мы устали, нам очень трудно, я совсем один. Ты пойми, без любви ничего не нужно. Не могут жить в разлуке лебеди. Подожди, не спеши, не говори, что чувства позади. Нет назад пути. Не могу жить в разлуке лебеди. Подожди, не спеши, разлуке боль сильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. Димаш Кудайберген.
Игорь Яковлевич, очень круто. Не могут жить в разлуке. Не говори, что чувства. Давайте еще раз. Не могут жить в разлуке. Спасибо огромное. Димаш Кудайберген. Спасибо большое. Дорогие друзья, я считаю себя очень счастливым артистом, потому что имею честь петь для вас и выступать для вас с произведениями Игоря Яковлевича. Спасибо огромное. Игорь Кудай! Димаш Кудайберген. Дорогие друзья, разрешите, мне пригласить на сцену почетного гостя, чрезвычайного и чрезвычайно полномочный посол Республики Казахстан Имангали Тасмагомедов.